Всем привет, меня зовут Юлия, и в этом видео будет обзор сразу трех французских журналов по вышивке крестиком. Первый журнал – это Création Point du Croix номер 103 за ноябрь, декабрь, январь 2024 года. Новогодний выпуск. Итак, что же у нас внутри? Сначала идет полотенце Рождество. Такое полотенце Monique Bonin. Вышивается на вставке из конвеида. Ну, честно, скучно немножко. Ну, либо каких-то ярких цветов не хватает. Схемы, конечно же, есть, цветные, символьные. А затем у нас идет диптих и триптих рождественский. И вот эти вот мне уже понравились. Единственное, опять же, не аиду бы взять. Но красиво смотрится. Это Вероника Анжанже, конечно же. Я подумала, для чего такие ширмы можно использовать. Наверное, для рождественских декораций. Они такие красивенькие, праздничные, яркие. Сюда можно добавить фотографию. Схемы. Ой, схемы большие, много. А, вроде бы они кажутся маленькими, но на самом деле тут вышивки очень даже много. И, кстати, эти сюжеты можно использовать в качестве елочных игрушек, почему бы и да, потому что сюжеты у них такие праздничные очень. Далее у нас тут рождественские сапожки, это скорее, да, перед Самуилов, ее человечки, в данном случае рождественские, сани с мишкой. Так, это у нас Мартин Рижат. Тоже французский дизайнер, который в последнее время стал печататься в журнале Création Point du Croix. У него довольно-таки простые схемы с минимумом бэка. Мне кажется, даже нет блендов. Да, действительно, цветов очень мало, меньше 15. Шатон, этикетки для подарков, котята. Дизайнер Элен Лёбер. Симпатично, да. И, кстати, дизайн Элен Любер на Аиде вышивать это довольно-таки муторно, потому что у нее идет дробный бэкстич всегда. И на равномерке самое то. Мне нравится, как оформлено это все красиво. Вот эти бирочки сделаны, используются тесьма, бантики, ленточки. Адвент-календарь и дизайнер Monique Bonin. Довольно-таки большая вышивка, дополненная. Скорее всего, это подсвечник какой-то или держатель деревянный. И, видимо, вот эта бусинка передвигается на нужное количество, на нужную цифру. Интересно. Фасад де Ноэль, рождественский фасад. Дизайнер Сильви Тьотто, такая подушка с рождественским домом, елка, огоньки. Вышитое полотенце счастливого Рождества. Это у нас Мариан Ретуре Милян. Тут покрупнее есть. Девушка-ангел, венок. А, так, мезон. Рождественские домики и Орель, наверное, это. Не вижу автора. Да, Орель. И вот такие деревянные домики. Я, похоже, делала елочные игрушки. И также оформляла вышивку в виде пинкип и приклеивала ее на заготовку. Это у нас парижские вышивальщицы и Вероника Анжанже. Ателье дедушки Мороза, Ноэль на французском. А в журнале напечатано 4 схемы, которые можно, с которых можно сделать елочные игрушки или еще какие-то декорации. А, так, это у нас мешочек Деда Мороза. Точнее, даже несколько. И также есть этикетка вышитая. Она вышивается на перфорированной бумаге. И это у нас Франсуаз Дьозет Милян.
У нее вот часто, кстати, используется и вышивка на ткани, и вышивка на перфорированной бумаге. Добавляется бисер, такой французский милхил можно назвать. Вот еще есть несколько фотографий. Это у нас... Кто это у нас? А, это Лили Вьолет. Ну, такие две простенькие игрушечки. Точнее, схем 4, но почему-то фотографий только две. Рождественское ретро-окно. Интересное, кстати, оформление. Опять же, не Аиду бы взять. Дизайнер Сильви Тьюто. Вот такой рождественский номер, новогодний. С большим количеством идей для каких-то декораций рождественских. Следующий журнал – это календарь «Agenda» за 2024 год и темы номера, дизайны Вероника Анжанже. Это прям настенный календарь, который можно повесить вот за эту дырочку. Здесь есть как дизайны, так и календарь, в котором можно что-то записывать. Также есть уже какие-то отметки, рассказы о чем-то. И схемы тоже есть, конечно же, цветные, символьные. Я вам буду показывать только сюжеты. Сюжеты на тему рукоделия от дизайнера Вероник Анжанже. Так, это у нас сначала шло вязание, теперь пэтчворк. Шитье, кутюр, изготовление шляпы, шляпное дело, кружевоплетение, пуговки. Это у нас тоже так, вышивка и шитье. Скорее больше даже шитье, чем вышивка. А здесь же точно вышивка, ножницы, наперсток, мулине. Красивые сюжеты, и можно использовать как, не знаю, на коробочку рукодельную, на шкатулку. Можно сделать органайзер. А здесь вообще, видимо, реставрация мебели или изготовление мебели и штор. В конце не очень удобно листать. Прядение, пряжи. Да, представляете, изготовление тканей. Изготовление перчаток. Интересные такие сюжеты, причем редкие очень. Вот они все на одной страничке. То есть, если у кого-то хобби интересное есть, можно вышить в подарок. Интересный номер. И третий журнал – это маленький спецвыпуск. Это уже второй номер «Point du Croix Collector». Тема номера – горы, животные, шале, пейзажи, зимние игры. Первый сюжет – это альпийское шале. Красиво очень. Еще бы на равномерке его вышить. Единственное, что-то здесь не то с цветопередачей. Мне так кажется. Это горный алфавит. Схема, конечно же, есть. Очень красивое горное озеро. Его бы на равномерочке. Горный козел и походы горные. Ботинки трекинговые, лыжи. Интересно. Так, это у нас зимние забавы. Здесь катание на санках и лыжах. Напомню, что это все дизайны Вероник Анжанже. И от журнала еще вот такие вот два сэмплера с маленькими горными мотивами альпийскими. Симпатично очень. Вот такой небольшой номер. Выходить они тоже будут, наверное, раз в 2 или в 3 месяца. Не знаю, пока нет информации. И прошлый номер был с дизайнами Вероника Анжанже и Элен Лебер, а сейчас только Вероника Анжанже. Что я вам могу сказать? Все эти три номера перекликаются между собой. Тема Рождества, Нового года.
Также два номера, посвященные Веронике Анжанже, то есть фанаты ее, поклонники найдут для себя что-то новое, интересное. Такие три номера, скажите, что понравилось, что нет, будете ли что-то вышивать из этих журналов. Всем спасибо за просмотр, всем пока!